Смотришь в витрину магазина и погружаешься в новогоднюю сказку. Нарядные елки, горы подарков под ними и добрые волшебники Деда Мороза. Этот магазин постарался на славу в оформлении витрины к празднику. В этом году мы хотели отразить как бы модный тренд, то, что небесный цвет, голубой. Мы полностью витрину оформили в голубом небесном цвете. Показали камин, как можно уютно устроить свой, украсить свой дом. То есть, как правильно сервировать стол. Магазины, предприятия, учреждения социальной сферы могут порадовать нарядными фасадами и витринами не только прохожих, но и сами себя. С 1 декабря в Самаре стартовал конкурс на лучшее праздничное оформление здания. Коммерческие и некоммерческие организации до 18 декабря могут отправлять заявку в администрацию города с желанием посоревноваться, кто краше, ярче и интереснее. Основные критерии, наверное, прежде всего такой эмоциональный и человеческий, который связан с наступающим Новым годом, ощущением праздника. Безусловно, будет оцениваться и оригинальность оформления, соответствие тематики и объемы, которые оформление каждый может представить и позволить себе в рамках своей деятельности. С 22 по 24 декабря конкурсная комиссия будет подводить итоги. Победителей будет сразу несколько в разных номинациях. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События.